А здрасте! Всем, друзья, приветульники! На сегодня очередной обзор на неведомую карту. Попала ко мне в руки вот такая вот новая карта а-ля по мотивам реальной местности. И знаете, друзья, если вот сравнить ПДАшку и Google карты, то в принципе вы все прекрасно понимаете. Автором всего творения является тот же человек, который сделал карту Новобийский, или как она там называлась. Прошу прощения, если я неправильно произнес. Новобийский. Это все не важно. Важно то, что мы имеем сейчас здесь. И сразу же, друзья, информация о том, где это достать, как в это поиграть. Конечно же, в описании есть ссылочка на группу ВКонтакте, где эту самую карту можно надыбать и чтобы поиграть в нее и так далее. Также сразу стоит отметить то, что это прям вообще самая первая версия, и она, в принципе-то, уже играбельна, но... Сами знаете, вступайте в группу ВКонтактики, общайтесь с автором, и он допиливает карту, по мнению большинства, чтобы сделать ее лучше, чтобы она была прям классная и затмила все карты на планете. Но это ладно, это, в общем-то, всегда так работает. Давайте, друзья, как обычно, немножечко полетаем, посмотрим, что тут вообще есть и как с этим работать. В общем-то, да. Как уже упоминалось, карта по реальной местности, карта небольшая, то есть маленькая, уютненькая. Из тех проблем, что вот на данный момент я столкнулся, на карте нет заправки. Потому что, ну, в реальной местности тут реально нет заправки на этом клочке земли. Но в обновлении ее, разумеется, поставят, потому что реализм реализмом, а без топлива жить плохо. На карте 24 поля, они в принципе не очень большие, потому что, ну, карта опять-таки не очень большая, но вот так вот оно все и есть. Присутствуют все загоны для животных здесь, тоже сделаны, все прекрасно, покупаете участок и все становится у вас здорово. Вот здесь вот находится вот такая вот база, вполне себе в принципе нормальная, с элеватором, я так понимаю. Да, на 500 кубов элеватор есть. Свой. Но если хотите, конечно же, можете туда вкрючить все, что захотите. Но вот здесь вот технику можно вполне себе хранить. Также можно пролететь куда-то вот туда, если мне не изменяет память. Тут есть... Да, вот есть еще одна база. Если вы играете в мультиплеере, например, двумя бандами, то, пожалуйста, есть еще одна база. Тут даже есть автомастерская. Можно будет что-нибудь допилить. Примерно вот такого плана здесь сделаны загоны для животных. Вполне себе симпатичненькие. Покупаете животинку и радуетесь. И даже он памятник в собачили. Что-то мне подсказывает, что здесь должен огонек гореть. Но я не буду утверждать. Просто, ну, похоже на вечный огонь. Или что-то в этом духе. Ладно, это все не важно. Строятся дома. Короче, сделано все опять-таки симпатично. Но мы уже, в принципе, смотрели карты от этого автора. Он работает вполне себе нормально и на совесть. По крайней мере, передать атмосферу русской деревушки он способен. Поэтому под лупой рассматривать все и искать косяки я на самом деле смысла никакого не вижу. Здесь у нас есть типа наш домик, триггер сна. Да, кстати, эту карту вроде как типа на заказ даже делали. Есть один у меня коллега-ютубер. Я, правда, себя ютубером называть иногда стремаюсь. Но, короче, вот, да, вроде как просил, и ему вроде как забубенили. А здесь вот есть вот такая вот лужа. Отсюда можно водички набрать. Или летним днем искупнуться. Может, кому-нибудь понадобится. Тут у нас еще одна маленькая деревушка и, насколько я понимаю, лошадиная ферма здесь. Да, вот здесь вот у нас лошадиная ферма, а вот здесь вот у нас биогаз, БГА. Точка продажи биогаза, переработка в дегистат, короче, тоже развлекайтесь. И пара жилых домиков. И еще одна лужа для водички. Ага, понятно. Есть вон речка течет, прикольно. Интересно, можно ли в ней утонуть? Ну вообще, насколько я понимаю, как нехер. Хотя, может быть, где-то и можно ее переплыть. В любом случае, курсплей, скорее всего, будет ругаться. Говорить, не хочу утонуть. Или не хочу намокнуть, как он там говорил. Также, друзья, на карте присутствует небольшой лес, где можно позаниматься и лесом, если кому-то хочется. И лесопилочка, где этот самый лес можно будет попродавать, если кто-то хочет поупарываться. А вон там вдали находится карьер. Насколько я понимаю, здесь... Покупаешь участок, приезжаешь с экскаватором, берешь песочек и едешь его продаешь. На самом деле для меня это довольно сомнительное удовольствие, но модно на карты его пихать, многим нравится, поэтому пожалуйста. У кого есть желание, тоже развлекайтесь. Поля, знаете, я вот смотрю, в принципе, ничего такие. Большие. Да, можно, в принципе, здесь посмотреть. На самом деле, масштабы тяжело смотреть. Карта стандартная 2 на 2. Вот как по мне, это вот самое то, чтобы зарубиться в мультиплеере. Может, я, кстати, как-нибудь и соберу команду себе. Такие вот поля поубирать, попахать, поболтать, по-моему, самое то.
Не знаю, будет ли это камнем в огород автора, но вот эта карта мне пока что нравится внешне больше, чем Новобинске. Даже не внешне, а, ну, типа, вот она маленькая, не совсем гигантские поля, но это опять-таки, знаете, на вкус и цвет. Я иногда и в большие поля люблю поупарываться, но в целом, скорее всего, как раз-таки нет. По поводу цен на участки, если мы возьмем вот поле, ну, 650 тысяч, 500, короче, все стандартно, грубо говоря. Без всяких изысков, по дефолту есть вот одно небольшое поле, курятник и территория с базой, на которой есть свинки. Коровок надо будет покупать отдельно. Точки продаж — это просто магазины, стройки, клуб, магазин, магазин, магазин и так далее. Но какие могут быть точки продаж в маленькой глухой деревушке? Конечно же, это магазины. Правда, зная ферму и какими объемами туда будем привозить, например, ту же самую картошечку или свеколку, хрена не столько купят. Ну да ладно. Не совсем понимаю я, как вот тут участки поделены, но это не мое дело на самом деле. Мне это знать не положено. Но симпатично выглядит, вот согласитесь, вполне себе хорошо. Как-то так. Я думаю, что, друзья, этот обзор мы закончим. Ну и что, маленький обзор на маленькую карту, правильно? Правильно. Работы по ней планируют вестись, и новые культуры собираются вводить, и, может быть, какие-то территории будут переделаны, не знаю, под базу, под заводы, если кому-то очень сильно надо. Так что советую всем, кому это интересно, кто хочет поучаствовать в жизни картостроения или там еще чего-то, вступайте в группу ВКонтакте и автору пишите. И он как бы такой парень простой. Если вы предложите какую-то гениальную мысль, он по-любому ее воплотит в жизнь, наверное. Скорее всего. Вероятно, да. Но я ничего не обещаю. Как-то так. В общем-то, всем спасибо за внимание. С вами был Никита Дилей. Всем покаки.